«Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Тюрьма. Зиндан. Освободиться из тюрьмы. Зинданнан ирэккэщэгу. Освободиться из тюрьмы. Зинданнан ирэккэщэгу. Жена тренера Сергея Симака сравнила переезд из Уфы с освобождением из тюрьмы. Тренер Сергей Симакнын хотыны Уфадан күчүнү зинданнан ирэккэщэгу белән чагыштырды. Жена тренера Сергея Симака сравнила переезд из Уфы с освобождением из тюрьмы. Тренер Сергей Симакнын хотыны Уфадан күчүнү зинданнан ирэккэщэгу белән чагыштырды. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».